Привет! Сейчас, на самом деле, всем людям хреново, все впадают в некие депрессии, ну, они так считают, по крайней мере. Все считают своим долгом ныть обо всем, всем и на всех агрессивно реагировать. Сейчас это происходит не потому, что какая-то там осень, депресняк, третий день без сна, бесы тащат. Нет, не поэтому. Потому что сейчас, во-первых, было затмение, во-вторых, было новолуние, и в-третьих, четыре галактики в первый раз в несколько лет собрались вместе напротив друг друга. Из-за этого сейчас скачет энергии, и поэтому на простых смертных это так очень плохо влияет. Меня очень раздражает то, что каждый человек считает то, что если у него какой-то один день плохой, то все, у него депрессия, все, тебя в 10 лет бросил парень, все, ты умрешь, порежешь вены и сдохнешь нафиг. А такое-то все, жизнь дерьмо, у меня у одного такие плохие проблемы и бла-бла-бла. Депрессии подвержены не всем настоящие. Например, мне говорят то, что я подвержена депрессии, именно мой врач, потому что это психическое заболевание. Но на самом деле я считаю то, что настоящая депрессия была у меня только один раз. Вот. Это было несколько лет назад, по-моему, когда я вывихнула себе ногу, и тогда я не могла заниматься скейтбордингом, попасть на соревнования и вообще достичь своей цели. Тогда мне было действительно очень плохо, когда ты лежишь бесподвижно и чувствуешь то, что жизнь не имеет смысла, потому что не можешь заниматься любимым делом. Тогда да, я считаю то, что можно действительно впасть в депрессию. Давай, переход. Так вот, сейчас я не знаю, депрессия это или нет. Около недели уже у меня присутствуют очень плохие мысли. Целую неделю я просто сдаюсь и не могу ничего делать, поэтому и видео выходят нерегулярно. Я не могу назвать это депрессией. Типа, депрессия это совсем другое. Депрессия, когда ты лежишь на диване овощем. А сейчас я могу ходить, я могу жить. Но я не завидую людям, которые действительно сильно больны депрессией. Сейчас всем действительно херово, сейчас все действительно прыгают с окон или режут себе вены, и это нормально, такой период времени, скоро это закончится. Сейчас просто идет глобальная чистка земли, слабых стирают и сильно остаются, да, это действительно так. Я не люблю вот это вот нытье, типа, я такой депрессивный человек, у меня все плохо. Так сделай что-то с этим, хватит ныть, никто тебе не поможет, кроме тебя, говорит человек, который ждет помощи от кого-нибудь. Поэтому, если вам сейчас хреново, идите, можете побить дерево или какую-нибудь стенку, тогда вам станет легче. Ну, можете кого-нибудь еще из людей побить. Я вам не запрещаю, в принципе, и не призываю вас что-то делать, но просто нужно пережить этот момент времени, если у вас сейчас реально все хреново, и вы думаете, что лучше уже как бы хуже, и вы думаете то, что хуже уже не будет, то это не так. Не, ну может. Если у вас кто-нибудь умер, да, то все, ваша жизнь закончена, и смысл... Нет. Это был очень плохой пример. Меня люди часто обвиняют в плохих примерах. В слишком жестоких примерах. Ну и насрать. Ну и насрать. Главное то, что мы сейчас живем, мы с вами, и вы все еще вот видите мое лицо. Или это не самое хорошее, что может быть. Ваша жизнь. В общем, желаю вам не вымереть в ближайшие дни. И знаете, то, что скоро все наладится. Наверное. Если вы не инвалид. Пока.